least it's a dry heat.
Помоги, подними. Наверх. Thank you.
нашему большому разочарованию, экологическое воздействие нашей эксплуатации зеленого огня оказалось пагубным. Растительная жизнь стремительно исчезала. Мы думали, что этот мох был основным источником питания для всех жизненных форм на этой планете. К несчастью для нашей цивилизации здесь, уменьшение этого мха означало не только уменьшение энергии, но также и уменьшение кислорода. Люди, равно как и растения, начали умирать. На наше счастье, однако, судьба распорядилась так, что один из докторов заметил в городе нечто необъяснимое. Одна из наших сотрудниц, Аэлита, разводила сад, и он продолжал цвести. Мы пытались разгадать этот секрет, но Аэлита, непонятно почему, замкнулась в себе. Ее ребенок умер, судя по всему, от недостатка кислорода. А отказ Аэлиты сотрудничать и поделиться своим секретом вынудил нас применить силу. Солдаты пришли к ней и стали угрожать сжечь ее сад. Но когда Аэлита бросилась защищать свои растения, они стали расти. Они реагировали на ее прикосновения. Это оживляло их. Тогда Аэлиту, расцененную как средство к достижению цели, схватили, заперли и стали проводить над ней ужасные эксперименты. Мы страшно изменили ее на генетическом уровне, вкалывая в ее тело инъекции с огромным количеством ДНК, сохраненных культур местного мха. Пока она орала от боли и протеста, мы уничтожили ее человеческое происхождение на молекулярном уровне. Когда мы закончили наши эксперименты, Аэлита стала скорее растением, чем человеком. Ее глаза сделались блестящего зеленого цвета.
анализ метеорита указывает на нетипичность в сравнении с метеоритами, найденными на Земле. При дальнейшем исследовании этот метеорит казался нам частью высокотехничного инженерного сооружения. В настоящий момент мы склоняемся к предположению, что этот кратер был местом посадки более развитой расы, построившей портал и связанные с ним энергогенерирующие сооружения. Мы основали исследовательский пост на краю кратера и намерены тщательно исследовать это место, по меньшей мере, в течение следующей зимы.
Martians were studying these alien structures. What were they looking for? Thank you.
Thank you.
наши ученые сделали сегодня удивительное открытие. Прежде мы думали, что создатели портала либо покинули эту планету, либо были убиты местными обитателями. Но мы ошибались. Создатели портала оказались более развитыми формами, похожих на растения существ, которыми покрыта поверхность этой планеты. Они, должно быть, колонизировали эту планету много тысячелетий назад, привезя с собой разнообразные виды схожих культур, чтобы засеять ими всю планету и сделать ее пригодной для своего обитания. Мы, собственно, думаем, что обитатели этой планеты представляют из себя не столько отдельных индивидуумов, сколько нечто вроде плотной глобальной сети. Конечно, здесь есть более маленькие и более большие породы и их разновидности, но все они, как кажется, могут общаться друг с другом через повсеместно распространенный мох, зеленый огонь, который так необходим. Thank you.